Известно, что на продвижение своих идей за рубежом Соединенные Штаты тратят колоссальные суммы и делают это давно. Сколько, где и на что конкретно потратил Вашингтон в разные годы, изучил Павел Пчелкин. Выборы в итальянский сенат 1948 года можно считать первым опытом подобных спецопераций ЦРУ. Шантаж и подкуп, массированная пропаганда. Все, чтобы не допустить победы коммунистов, за которыми стоял СССР. Пальмиро Тольятти, обученный Москвой, один из основных европейских красных, который ведет коммунистов в их отчаянную кампанию насилия. Поражение коммунистов, очень популярных в Италии после фашистской диктатуры, обошлось Вашингтону в $360 миллионов. С учетом инфляции, сегодня это 1,5 миллиарда. По нынешним временам даже дешево. ЦРУ дали деньги партии христианских демократов, их политикам, их СМИ, организациям, известным людям и провели другие операции воздействия на итальянцев. Это началось в 1948 году и продолжается по сей день по всему миру. Сначала Вашингтон-Пост, потом Нью-Йорк Таймс недавно выдали по статье, суть которых США вмешивались в чужие выборы, но в отличие от русских, ради добра. Вот показатель. Показательный фрагмент интервью экс-директора ЦРУ Джеймса Вулси телеканалу Fox. Мы когда-нибудь вмешивались в чужие выборы? Только с благими намерениями. Для того, чтобы помешать коммунистам прийти к власти. К примеру, в Европе в 1947-1949 годах, а потом в Греции, в Италии. Но сейчас же мы не занимаемся такими вещами. Только по очень хорошему поводу. Только ради демократии. Все это вызвало немало сарказма в Европе. Популярное немецкое скетч-шоу сразу уцепилось за тему «Диалог с послом России» в редакции американской газеты. И знаете что? США находится совершенно очевидно на первом месте, имея на своем счету 81 вмешательство. И это даже без учета путчей. Ну хорошо, что тут скажешь? Ну вы же знаете эту старую шутку. Почему в США еще не происходил путч? Да потому что там нет посольства США. Смотрите, Дональд Трамп — это всего лишь крохотная месть за Бориса Ельцина. Вы же помните. И в этом шоу, и в газетах приведены реальные факты вмешательства в выборы, которые собрал для своей научной работы ученый Дофф Левин. Вот он в эфире CNN. Я изучаю следы вмешательства в выборы, особенно те случаи, когда великие державы вмешиваются в выборы в других странах с целью повлиять на их результат. Согласно моему исследованию, с 1946 по 2000 год США 81 раз вмешивались в процесс выборов в 47 странах. Вот список стран, где США напрямую вмешивались в выборы с целью победы там проамериканских сил. А вот как это выглядит на карте мира. И это только до 2000 года. Не секрет, что часто ставка делалась на диктаторов. Какая уж там демократия. То, что ведущий назвал выбором дьявола, а ученый согласился. Да, это в точности наша ситуация, да. Как тут не вспомнить слова президента США Рузвельта. Это сукин сын, но это наш сукин сын. Они сказаны о никарагуанском диктаторе Анастасио Самосе, семья которого при поддержке США безраздельно правила страной 45 лет. С тех пор мало что изменилось. Они поддерживают антиправительственные организации, оправдывают это тем, что ведут борьбу за демократию, но все гораздо прозаичнее. Они просто продвигают в государстве собственные интересы. Они делают то же самое, что и ЦРУ в прошлом веке. Они — это американские организации, типа Национального фонда демократии, финансируемые Конгрессом США. Стало как бы неудобно постоянно оправдываться за то, что ЦРУ стоит за госпереворотами и вмешательствами в дела других стран. И было решено, давайте отдадим эту функцию Национальному фонду демократии. И вот через них в другие страны потекли миллионы. Только на Украине в 2013 году было проведено 65 локальных спецопераций. И в Сербии было то же самое. Именно переворот в Сербии открыл новую страницу в истории вмешательства США в выборы. На американские деньги там было создано молодежное движение «Отпор» — ударная сила переворота. Вот что писало в 2000 году «Вашингтон-Пост». Это было начало нестандартной для США попытки свергнуть иностранного главу государства. Не через скрытые действия, которые ЦРУ когда-то применял в таких местах, как Иран и Гватемала, но современными методами предвыборной кампании. За год до выборов сербских студентов стали приглашать на семинары за границу, накачивать идеологически и обучать тактике так называемого ненасильственного протеста, который, как мы теперь знаем, легко перерастает в насильственный.
Технология вмешательства так понравилась Вашингтону, что ее в почти неизменном виде начали экспортировать в десятки стран. Даже символику почти не меняли. Переворот под копирку чужими руками. Тут напрашивается цитата из все того же Дова Левина. В 21 веке интервенции слишком дороги. Вместо пуль теперь выборный бюллетень. Павел Пчелкин, Наталья Голуб, Первый канал.